Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам хочу рассказать, как просто и быстро можно перевесить гребенку. У многих в процессе вязания возникает необходимость перевесить гребенку снизу наверх. И начинаются проблемы. Во-первых, сначала нужно немножко выставить переднее, такое среднее положение иглы, для того, чтобы у нас вязание не слетело после того, как мы снимем гребенку. И вот что получается. Мы снимаем гребенку. Мы снимаем гребенку с нижнего края и хотим навесить ее на текущий ряд. И начинается где-то мы попали между петлями, а где-то не попали. И там, где мы не попали, будет сбита оттяжка. Там, где мы попали, у нас оттяжка будет идти. Сложно. Поэтому сейчас я вам предлагаю самый простой способ, как просто и быстро перевесить оттяжку. Мы берем нашу гребенку, выдвигаем среднее переднее положение вязания. И теперь без проблем надеваем на каждую петлю, каждый крючок нашей оттяжки. Вставляем иглы в переднее положение. И теперь машина будет спокойно вязать дальше. Оттяжка висит на нужном месте. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.